А скажите, пожалуйста, а делаете ли зимние заготовки? Да, делаю. А что именно? Я... Ну, помидоры, огурцы, лечо, капусту солим. Эту, сейчас скажу, свеклу. Да, ну как она называется? Приправа. Огурцы, помидоры, кабачки, морковь, капуста, там все что. Да, делаю. А что именно? Салаты, огурцы, помидоры. Уже заготовили все. Да? А что именно заготовили? Все салаты, все, что нужно. Ну, все сделали. А что именно? Лечо. Лечо сделали, да? Да. И как всегда, это все за зиму или остается на весну? Ну, все уходит. Нет, не занимаюсь мне некогда. А, совсем? А раньше занимались? Раньше занималась. А что делали в основном? Огурцы, помидоры. Ой, уже занялась, уже все закрыла. Да, а что именно закрываете обычно? Огурцы, помидор, салаты. Раньше делал, сейчас нет. А почему сейчас не делаете? Потому что занимаюсь большими космическими проблемами. Мне некогда. А кто это? Грибы. А, грибы даже делаете? Да. А что, солите, банки закатываете? Конечно. Сушите? И сушим. Огурцы, помидоры, баклажаны, перец, все. Все, что есть. Ну, не настолько сильно. Я не могу сказать, что я прям вот такая вот заядлая. Я как-то стараюсь больше кушать вот натуральную пищу. То есть зимние заготовки не очень приветствую, скажем так. А, вот так, да? Потому что уксуса много. Да, уксус, соль, все это не очень вредно, полезно для здоровья.